Всем привет, с вами Денис. Тебя поставлю лицо, сука, вы меня видели. Так. Лицо это. Хорошо, мы видите. Сегодня мы будем играть в вот эту игру. Double Guys. Я эту игру давно играю. У меня очень давно эта игра была. Открывай свое лицо. У меня есть телеграм, но как я хочу сделать, сука, вы зашли на него? На всех каналах. Кстати, смотрите мои старые ролики. Потому что я не знал, что у меня такие старые ролики будут. Я эту игру где-то снимал, да, я на своем ютубе канале, я сделал это. Вот. Ой, ребят, я случайно. Давайте еще заново. Потому что я так делал, потому что не люблю, когда поиграю. У меня после забагался. Да. Все время лагает, и я упаду и умираю. Что-то дорка как разбирается. А вот все. Давай песню слушать. Да. Серьезно, ребят, не заходи. Если вы видели мой скин, скажите, какой. Я еще видел тот. Кстати, ждите новые ролики по чеке на гамме.
знаю, очень много игр у меня. Но я очень сильно, кто популярный. Кстати, стендов я не буду снимать никогда. Игра такая уже старая. Если вы даже уже повторили, вам уже это стендов еще не нравится. Лучше не удалите, а оставьте. Ну, там выйдет восьмой сезон. Мне не нравится шестой сезон. Я просто вам... На том ролике я вам показал. Странно. Китаец! Китайка. 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 Давай зайдем в магазин. Вот у нас, ребята, еще много таких. Поставить сейчас. Сделаю просто на меня. Ребят, я попытался. Где-то девушки покажу. Кстати, я вам покажу. Вот, просчитайте, как называется мой дедушкин телефон. Ставьте на паузу. Он очень огромный. Мегабайт там 40 мегабайтов. А знаете, он не знает, как пользоваться телефоном. Я почти его научил, но он научился сам. Я его учил, его друг тоже учил. Потому что он не разбирает телефон. Кто-то знает, что включить. Офигай! Не люблю, когда я поиграю. Ставь лайк, если тебя тоже чуть-чуть бесит, что ты опять умираешь. Зомби свин. Погнали это легко. Погнали, мистер Бист. Мистер Бист, мистер Бист, Бист. Так сказал мистер Бист. На вас я сброшу 250 тысяч драйва. Сказал мистер Бист. Вот так. Самые приятные слова. На вас я сброшу 250 и 100 драйва. Ставь лайк, если ты знаешь, что за этот мем. Нечестно, ты реально знаешь, какой мем. Просто украли... Просто украли видео мистер Биста и сделали вот так. Теперь это уже хайп какой-то. Мистер Бист уже сейчас будет там в шоке, если он... Я еще жив, ребят! Я жив! Если вы выводили мой скин, ставьте лайк. Я хочу себе уже на канале хотя бы... У меня всего лишь 3 подписки на канале, а я хочу, сука, уже канал очень уже успел все делать. Надеюсь, вы смотрите мои ролики в Ютубе, потому что я скоро буду как-то снимать и такое. У меня всего лишь 3 подписки на канале, а я хочу, чтобы я добился на канале, чтобы было прям немного, не 1 миллион. Хочу себе 100 тысяч, то есть 1000 лайков.
Ну хотя бы сколько вы наберете, сколько вы набираете на мой канал лайки, подписки вот эти. Потому что моя мечта — это 100 тысяч подписчиков. Ну, либо моя цель — это 100 миллионов подписчиков на канале. Очень хочу себе. И я получу хотя бы одну кнопку, либо просто стал таким мистером убийства уже 6 минут. А ладно, не суть. Погнали, ребят. Давайте. Сколько повезло карты. Сейчас работает. Мне нужно ударить по телефону, так работает. Так, ну ладно, давай мы. Во. Ой-ой-ой, ребят. Я уверен, что мистер Бис будет жить. Это самый мой любимый ютубер. Ночи популярные. Ну, самый популярный, я знаю, это The Fuck Boom. Не знаю, популярный. Не, The Fuck Boom. Самый популярный ютубер по скидиди туалетами. Хочу себе толстый, как у Фабу на канале. Это Фабу должен как-то быть какая-то кнопка. Да-да. Ты факт просто снимал какие-то видео обычные. Любился материться, вот так, наверное, каждый видео. Он придумал сделать скидиди туалеты. Итак, контент был очень крутым. Он снимает по видео, много видео по скидиди туалетами. А набирает кучу лайков. Миллион посмотрит. А вы видите это все, ребят. Ой. Молодец, ну хотя бы на втором месте. Кстати, я тоже был на первом месте. Целка на втором месте был. Сейчас покажу, ребят, вот видите, первое место. Вот первое место, ребят. Я как-то просто, я сквозь стену прошел, а потом выиграл. Да, у меня не такие крутые пацаны. Ну, да, ребята, откроем уза. Вот это. Наверное, мне надо поставить на телефон, вот почему не работает. Ладно, давайте включать. Ладно, с вами был Денис. Всем пока, это был Папа Булкайзу. Закрою открытый мир. То есть у меня он есть. Сейчас ждите ролик. Сейчас я его сделаю.